едем на Красную Поляну, мы опаздываем на свою электричку. Бежим вот. Бежим. Как обычно, как обычно. Ну да, в принципе, что нового-то? Мы купили билеты. У нас осталось 3 минуты. Вроде успеваем. Мы успели. Буквально за 3 минуты добежали. Без зонтиков. Видите, как там красиво. Мы приехали на Роза Хутор. Все, мы на Красной Поляне. Но мы уже потерялись. Ну, нашли уже куда идти. Но как не в этом. Главное, что мы уже потерялись где-то. Коль. Мы как туристы какие-то. Посмотрите на мой рюкзак. Красиво. Там чистый вес, это вино, вот эта огромная бутылка. У нас нету зонта. Мы идем, мокнем, уже все мокрые. Вот где найти банкомат Тинькофф? Софа приобрела себе зонтик. Очень взрослая покупка, я считаю. Я просто с капюшоном. Зато я киндер яйцо. Guys, ой, снег идет. Не снег идет, да? Вообще кайф. Попади в точку с работой. А вкусные точки ты найдешь то, что тебе действительно важно. Отличную команду и стабильную зарплату. Сидим в Макдональдсе. Ребят, нам принесли покушать. Софы вот такой набор. У меня комбо. Покушали Софы. Сейчас пойдем искать Сбербанк. Банкомат. Я хочу пожаловаться. Вот видите вот это вот? У меня камень отвалился с ногтем. У меня страсть. Просто все сразу на минус. Спустя полчаса мы нашли этот банкомат. Мы просто зашли в рандомное место и такая, оп. Тинькофф так и не нашли мы. Мы заселились. Вот наши ключи. Блин, без нас уехали, гады. Все у нас. На втором этаже номер. Должен быть с видом на горы. Посмотрим. Прах, это пизды. У меня сейчас скидка будет 15% какая-то. Вот две кроватки, вот это я, вот там вот ванна, вот такое вот красивое окно, такая Николь. Сейчас нормально придем. Там ничего не видно, один туман. Нам очень повезло, что отель подготовил нам комнату заранее. За сколько? За 3 часа. За 3 часа. Очень повезло. Мы распакуем. Смотрите, что я взяла. Леди Баг и Супер Кот. Почему тут нет Супер Кота? Тут только... Ну, тут кривая Леди Баг. У меня глаза косые. На моем яйце, по крайней мере, точно. У меня тоже. Николь, ну встань сюда, покажи тоже что-то. Как бедный родственник. Извините, пожалуйста. Как умею. О, кошак попал. Что с ним? Что с ним? Почему он укуренный? О, все. Парные. Чудо вокруг лишь оглянись. Дружба, любовь уже в пути. Чудо вокруг. Ду-ду-ду. Идем в Соджу.
очки рассекла. Бабина идея покрасить весь костюм в оливковый цвет оказалась очень. Персик такой, знаете, нежный-нежный. Я вот этому консультанту бы вот прямо этими штанами бы по башке бы настучал. Я представляю, что я женщина была с штанами, а я бы без штанов ему наваляла. А, тогда заголовки его другие. На это посмотрите. Она шла, разлила все. Ёп. Пробую. Давай, друзья, давай, Николь. Николь. Желаю тебе всего самого наилучшего. Тебе теперь 18 лет, ты вошла во взрослую жизнь. С этого дня ты уже прям полноценная часть общества. С новыми правилами. Да, вот еще немного, и уже будет жить одна. Значит, у тебя мальчики. И все, вот Николь больше у нас не ребенок. Да, она повторила слова моего брата. Все, Николь, всегда будь счастлив, всегда радуйся жизни, чтобы тебе всегда сопутствовала удача в твоих начинаниях. Комсомеда. Комсомеда. Хорошего вечера, товарищ генерал. На бьет за господа. Ну тогда обратно в штаб. Но... Есть, товарищ генерал. Спиртик чувствуется. Вкусно. Такой, знаешь, приятный у него вкус. Вкус приятный. Мы пришли с Николь играть в снежки. Раз снег есть. Я укуталась. Тут уже все играют, вышли все на улицу. Вот так вот. Побежала, побежала, косточка. Мы нафоткались, наигрались, идем еле-еле как в отель. Волосы все мокрые, мы все мокрые. Круто. Дегустируем тортик, который мне принесли от отеля. Если честно, он суховатый, но прикольный. Мне понравился, вкусный такой. Ванили, похоже, есть. My name is Nicole. Nicole. Nika. Nika. Камсамнида. Спасибо. Спасибо. Good. Любимая is perfect. Yeah. Oh. And I don't know next. Россия, любимая наша страна. Oh. Собрались с Софой в ресторан. Смотрите, это я слепила. Это Ашотик. Я добавила ему глаз и брови. Теперь это точно Ашотик. Господи. Смотрите, я здесь вижу накачанного гнома, который несет какую-то балку, вот это его грудь, вот это его пресс, это его лицо, а это шапочка. Я вижу тут какого-то мутанта просто. Ашотик в офиге. Мы
Вот пришли с Николь в кафе кушать. Тут аншлаг какой-то, полный аншлаг. Мест нет, а мы сидим за барной стойкой. Ну да, ну такой у нас вид, его даже не видно, блин. В окно не видно вид. Вот так вот. Принесли еду. Это нам комплимент сделали. Хлебушка. Сок. Еще лимонадик у нас. Спасибо. Спасибо большое. Смотрите, как красиво здесь. И пофиг, кто я в одежде легла. Я устала. Устала. Пришли Софы в отель. Думаю, может пойти искупаться в бассейн. Наверное, пойду. Но мы собираемся. Собираемся. Я вот уже в халате стою. Софа там переодевается тоже. Я позвонила на ресепшн, узнала, типа, работает ли у вас баня, хамам, вот эти бассейны. Мне ответили, да, я такая слушала, блядь, в халате может там принести. Она это... Чё ты ржёшь-то? Она говорит, ну да, в принципе, можете, вы не единственная, кто в халате находится, можете там переодеться. Она потом ещё посмеяла. Позор. Ну и ладно, пофиг. Кукур. Знаешь, Соф, я как на это в роддом иду. Кстати, очень похоже, ты права. Ну, тапочки, носочки. Фигура. Ну, вот так. О, да. О, да. Если честно, стрёмно, надо быстрее пробежать, чтобы нас никто не видит. Чтобы Анися быстро проскочить, чтобы нас никто не видит. Вот так вот. Мы психбольные просто. Зато с косметикой персинка. Как мы её снимать будем? У нас мицеллярки нет. Не знаю. Вот. Идём, Николетта, идём. У нас прям такой... Сходили мы, покупались, попарились. Ну, попарились, да. У меня все, вся тушь потекла, я выгляжу как кикимора. Время 10:30, но мы с Софой решили немножко прилупить. Пьем игристое вино, да. Мандоры. Хорошее, мне нравится. Тебе как? Прикольно. Хорошо, что оно холодное. Холодный самый сок. Да. Кайф. Софы, смотрим фильм. Да, Софа? Конечно, я смотрю, я вся во внимании. Всем привет. Это день номер 2. Мы сейчас собираемся на завтрак. Время 9:30. У нас есть час. В принципе, успеем. Все, встретимся там. Идет снег. Все повалило, завалило. Что-то я вся опухшая. Тоже. Такой у нас завтрак. Софа панкейки нам дала. Что-то она опухшая. И вот такое. Может, еще что-то пойду возьму. Так, мы с Софой уже час валяемся просто на кровати, потому что
Такая погода, хочется сильно спать, мы еще так наелись. Чтобы хоть чуть-чуть разбудить свой организм, мы делать будем маски. Пока мы с Софой думаем, что нам делать, мы уже накрасились. Ну так, чуть-чуть. Софка. И у нас такой мини-перекус в виде кексиков с клубникой и шампанского. Можем себе позволить. Мы идем с Николь на улицу. Пройдемся по территории. Пока в здравом уме. Да, то там еще, кстати, снег идет. Снег еще идет. Софа меня катает на качельке. Смотрите, как тут красивенько. Я думала пойти за пакетом и на горку сесть и катиться. Но у меня нету сменки. Софа тоже присела. Вручила мне зонтик. Очень классно, кстати, катался, знаете. Прям то, что надо. Я просто хотела сосульку сорвать. Из фонарика. Борода. У тебя есть борода, и я скажу тебе да. Ходим, гуляем. Смотрите, какая красота. Ничего не видно. Мы, короче, сейчас пришли в номер, а в итоге у нас все убрали, дали нам новые вещи, поменяли все. И так стрёмно, знаете, было бы, типа, ушли, а у нас кровати просто, ну, в смятку были. У меня еще мои халаты валялись на кровати, помятая футболка, ее так аккуратненько сложили. Ну, типа, стыдно. Вышли Николь уже, чтобы пойти погулять. Сейчас пойдем сядем на фуникулёр и поедем куда-то вниз. Вызовем там где-нибудь такси и почапаем играть в автоматике. Вот она идет, укрылась, закуталась, укрылась. Очень тихо. Пробываем тишину. Еще вид такой балдежный. Да. Красота. Душу закладываю. Мы уже спустились на 540. Здесь всякие ресторанчики, даже тут даже Борг есть. А, горки город. Да, я вот в этих домиках ночевала. Такие тут. Посмотрите, какая атмосферная. Франкен Байбаста. Мне вот сюда брат мой предлагал пойти. День сурка. Сова тут молодость вспоминает. Молодость, я старая. Я не знаю. В галактику.
пустовато тут. Ну, было показать. Я фоткалась с мистер Бином. Капец. Так, идем в следующий зал. Так, у нас Форест Гамп. Ну, кстати, Гарри Поттер не похож на себя. На девочку. Да, на какую-то девочку. Сейчас вот так пройдемся быстренько. Потом у нас тут Уилл Смит. Мерлин Монро. Просто посмотрите. Настоящий. Скала. И Джек Воробей. Индуса похож. Индус. Вот, это тоже можно? Прикол, смотри, беговая дорожка. На это? Ну, рабочая. Смотрите, публик. На каток он работал, но ждать надо было полтора часа, потому что через там 40 минут у них перерыв. Еще перерыв ждать. Так что в следующий раз. Сейчас поедем в горки Мол. Там потусуемся, покушаем крылышек всяких из KFC. Да. Какая красота, смотрите. Очень красиво. Лицо попроще сделайте. Мы забрали уже наши заказы. То, что все. Приятного аппетита. В такую погодку. Еще одна. Перевернутая вверх ногами. Я пойду себе лимонадку. Смотрите, как красиво. Николь взяла себе лимонадик, а мы идем на фуникулёр, чтобы поехать обратно домой. Вот так вот я съела мороженку свою. Вот. Идем, 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 идем. Куда идем? Мы с Петочком. Большой, большой секрет. И не расскажем мы о нем, да-да? Или нет-нет? Мы сидим в фуникулёр, дошли. Вот, едем. Погодка холодно. Холодно, на самом деле холодно. Вот еще у нас какой-то свет. Как будто мы в психбольнице заброшены. Мы уже приехали. Мы с Николь идем кататься на ледянках. Типа, на пакетах мы идем кататься. На пакетах из перекрестка. Жестко. Что там было? Все, гайс, поехали. Ah!
остались на пакетах. Теперь с Софой идем в гастроном. Вот хотела доширак купить, но Коля такая: пошли поедим пасту. Я такая: ну ладно, тогда без доширака сегодня. Ну, паста тоже макароны. Паста вот. Тоже макароны. Николь купила на тахтаре себе. С каким вкусом? Фейхуа. Фейхуа на тахтаре. Мы идем кушать пасту. Паста итальяно. Нам принесли наш ужин, Софа. Вот такие ньоки. Ой, извините, ньоки. Запуталась уже. У меня спагетти с чернилами каракатицы. И вот такие коктейльчики. Лежим с Софой, сидим в чат-рулетке. Какие-то дрочеры попадаются. Уже наткнулись на одного. Увидели. Некрасиво было. Поговорили... Можно было без подробностей. Поговорили с каким-то китайцем. Ну, хороший чел, хороший. Ты такой милый пацанчик, сказал, что у него нет друзей. Сказал, хотите быть моими друзьями? Мы ему скинули инстусов. Ну, посмотрим, подпишется, нет. Вот. Вот так. Вот такие вот дела. Время без 10:12, наверное. Мы пытаемся найти корейцев. Да. Ну, попадаемся на фоне играет какая-то тупая фигня по телеку. Вот так. Вот так проводим наш вечер. Уикенд. Завтра мы выселяемся. Завтра мы все. Я хочу... Блин, я хочу на каток. На хоток. На хоток. На хоток хочу. Хот-ток. Поехали на каток. Подумаем завтра. После завтрака. Завтра поплотненько, так плотненько покушаем, покушаем, чтобы нажраться. И уедем. 12 выселения. Всем привет. Это последний наш день. Мы сегодня уезжаем. Идем с Софой на завтрак. Потом собирать вещи. А дальше не знаю, мы даже не смотрели, как назад домой вернуться. Что-нибудь придумаем. Автобус, если что, для этого существует. Да, если электричек опять не будет нормальных, то да. Смотрите, какие здесь картинки прикольные. Да, Софа? Скажи, когда ласточка у нас? Выселение в 12, чтобы вы понимали. Да. Просто. Давай реально на каток поедем. Так, сегодня у нас вот такой вот завтрак. Мы набрали всяких вкусняшек, йогурты, попить. У Софы это панкейки. Все, приятного аппетита. Спасибо. Тебе тоже. Успокаивающая. Тонизирующая маска с чем? У меня зеленый мисс. Вся в этой маске уже. Кабачок. Ты кабачок взял? Ты баклажан. Остался от катания. Вот так наша комната выглядела. Это моя постель. Ладно. Я не помню, я просто арматуру не делала. Так. Наш наборчик. Ватка, какао. Завтрак номер 2. Мы пришли на каток, посмотрите. Я в шоке, что мы вообще пришли.
Я покачусь сейчас. Сейчас я... Чуть-чуть упала. Этот человек чуть не упал на катке с этой штукой. Да, за счет этой штукой она вот не упала. Если не влезть в шок. Давай, что ты скажешь свое оправдание? Держите надо мной в первый раз. Я не знала, что так сложно будет. На коньках это по-другому. И вот она такая, давай, пойдем, я хочу на каток. Вот, сходили. Теперь не хочет больше на каток. Горжусь, смотрите, сама уже катается. Кто занимается фигурным катанием, и я, блядь, своими неуклюжими движениями. Сейчас я уже буду падать. Вот, девочка прям круто катается, вообще огонь. Там девочка катается, он очень красиво, кстати. Ага, хвастается. Вообще так спокойно едет, катается. Я там 200 раз молитва на молитве. Там прыгают так красиво. Соф, повтори. Оп, припарковалась. Сейчас будем вызывать такси и уже ехать на вокзал. Домой. Все. Так грустно, не хочется вообще возвращаться домой, конечно. Но что есть. Ой, такси вызываю. И все. Все, мы приехали на вокзал. Вот такой вот тут вокзал. Все. Пока, Красная Поляна. Прощай, до встречи. Все, мы приехали в Сочи. Наше путешествие закончилось. Сейчас по домам. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Всем пока. Все. Пока. Давайте. Что? Давайте. Давайте. Давайте.